Премия Нобеля для Кадырова, за что путинскому почитателю вручили очередную награду. Курская операция, кто ее планировал и чего удалось добиться силам обороны Украины. А не передумает ли теперь Запад, что об украинском наступлении на территории России говорят главные союзники Киева, Вашингтон и Берлин. Откуда готовилось нападение и для чего Лукашенко погнал Искандеры на украинскую границу? Добрый день, меня зовут Владимир Унец. В современном мире поток новостей очень быстрый, сложно за всем уследить, да еще и понять, что же на самом деле происходит. Ведь вокруг столько пропаганды и дезинформации. Как в этом всем не запутаться и не утонуть? Я для вас отобрал самые главные события последних дней, только то, что действительно важно и что поможет вам понять, где правда и истина. Ну а вы смотрите сами. Российские ракетные атаки по украинским городам. Погибшие и раненые, в том числе дети. В ночь на воскресенье 11 августа российская армия совершила несколько ракетных ударов по Украине. Контртеррористическая операция, режим чрезвычайной ситуации в трех областях России. Десятки тысяч беженцев и заголовки во всех мировых СМИ. Главной новостью прошлой недели безошибочно можно назвать украинское наступление в Курской области. Такого не ожидал никто. Постойте, не только в Курской, но и в Белгородской же. Но еще украинский ГУР подбил российский военный катер в Крыму. И газовая вышка в Черном море тоже сгорела. В это же время российская армия наносит ракетные удары по Донбассу. При атаке на супермаркет в Константиновке гибнут минимум 14 человек, двое из которых дети. А в Краматорске от российской ракеты пострадал объект критической инфраструктуры. Есть погибшие и пострадавшие. Ну, давайте обо всем по порядку. Это новый виток войны или признак ее кульминации? Какие будут последствия, как будут развиваться события дальше? Все это мы сегодня обязательно разберем в мельчайших деталях, рассмотрим, так сказать, под микроскопом. Во вторник, 6 августа, приблизительно в 10 утра по Киеву в социальных сетях посыпались первые сообщения о том, что украинская армия прорвалась через границу со стороны Сумской области в Курскую. Позже российская Минобороны уточнит, что прорыв произошел приблизительно в 5:30 утра и что украинская группировка, которая зашла на территорию России, насчитывала не более там 1000 человек. К 11:30 того же дня в Телеграме появляются видео захвата в плен десятков российских пограничников и солдат срочной службы. Картина поистине драматического. Такого за более чем 10 лет освещения российско-украинской войны я еще не видел. Смотрите сами. Полудню того же дня украинские военные подходят к окраинам Суджи, Лебедевки и Куриловки Курской области. В 14 по Москве ФСБ публикует заявление о, цитирую, массированной провокации Украины. Кстати, если вы вдруг не знали, то пограничники в России подведомственны именно ФСБ. Так что им бы что-то раньше следовало сказать, но сказать, очевидно, было нечего. Уже после обеда российский сегмент интернет шокирует видео авиации в небе. Россияне внезапно почувствовали, что такое война на своей территории. Тут пизда, нахуй, самолеты над головой, прикинь, летают, нахуй, истребители. Это, блядь, догорает, вон тачка, нахуй, даже хуй пожарка едет, понял? Тут пизда полная, лянь, ёб твою мать. Ебать, нахуй, я в... В среду появляются кадры о разрушении в городе. Российские военкоры-пропагандисты, конечно же, делают акценты на том, что ВСУ якобы разрушают жилые дома и гражданские объекты. Вот такая вот хуйня, нахуй. Он же остался от прокуратуры. Видно, нет. Там, нахуй, валяется, блядь, в
Дом, походу, прилетело. Вот так у нас, блядь, еще здорово, блядь. Если видишь, на. На самом деле российская авиация вполне вольготно себя чувствовала, бомбя собственные населенные пункты, пытаясь противостоять наступлению ВСУ. Кадры бомбардировок выкладывали в сеть сами же россияне. Уже к вечеру первого дня Минобороны России заявила, что, мол, украинцы потерпели сокрушительные потери и вернулись на собственную территорию. Правда, потом этот пост куда-то чудодейственным образом пропал. Ну, бывает. Но уже утром на следующий день российские же военкоры стали сообщать, что под контроль украинской армии попали еще несколько населенных пунктов. А чуток позже, разрешенный еще пока в России интернет, попали кадры эвакуации местных жителей. Действительно, украинские военные якобы вышли, а российские МЧСники продолжили эвакуацию, цитирую, в условиях тяжелых боев. В тот же день Герасимов рассказывает Путину в присутствии других топовых силовиков, что все, проблема решена. Закидали ракетами, напугали, прогнали. Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии, продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено. Путин при этом, мягко говоря, выглядел не очень радостно. Журналисты телеканала «Настоящее время» подсчитали, что российский диктатор во время всех этих показных совещаний теме Курской области посвящал каждый раз не больше минуты. А вот меня лично поразило отсутствие какого-либо смысла в том, что говорил он. Слова ради слов. Вот вам пример разговор Путина с врио-губернатора Курской области. Сегодняшняя ситуация требует известного мужества, собранности на путях решения этих сложных, непростых, неординарных задач, которые сейчас стоят перед всеми ветвями и всеми уровнями власти, и в том числе перед губернатором и вашей командой. Что сказал там? Мне кто-нибудь может перевести? Пишите в комментариях, если смотрите программу в интернете. Ну, а раз вы уже полезете в кнопки под этим видео, то уж поставьте лайк и подпишитесь на наш YouTube-канал. Можно также поделиться с друзьями. От этого всем будет только лучше. Того же 7 августа в Телеграме появляется видео разбитого пропускного пункта в районе хутора «Зеленый шлях», западнее Суджи. Автоматы, солдаты валяются, в рот, Утром 8 августа российские провоенные телеграм-каналы пишут, что украинская армия продвинулась еще дальше и взяла под контроль еще несколько населенных пунктов, но местные власти и российское военное руководство продолжали рассказывать, что ничего, мол, не происходит. Все настолько хорошо, что власти посылают в Курскую область тьму бронетехники, о чем радостно трубят изо всех труб. Показывать продвижение собственной техники – это что-то новенькое. Даже заблогеры начали возмущаться, что противник этим воспользовался. Помните, как зимой и весной 2022-го украинские военные сжигали колонны танков и других бронемашин? Приблизительно то же самое случилось и в этот раз, только уже на территории России. Вот это место. Я проехал. Ребята, внутри, ребята.
Наверное, поэтому позже, опомнившись, Минобороны России показала, как разворачиваются танки на боевых позициях. Правда, приводят их в боевую готовность, почему-то не расчехлив стволы. Вот, смотрите сами. Кстати, в том же Телеграме про кремлевские ресурсы поговаривают, что 48-летнего автора видео разбитой российской техники задержала ФСБ. Телеграм-канал «Маш» пишет, что сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела за шпионаж. В общем, украинское наступление не прекращалось ни в субботу 10-го, ни в воскресенье 11 августа. Оно то наращивало темп, то замедлялось. Но о возврате на свою территорию явно речи на прошлой неделе не шло, несмотря на то, что так этого хотелось российскому руководству. А я вам спешу напомнить, что вы спокойно и без ограничений можете комментировать этот выпуск программы, если смотрите ее в интернете. Также, пожалуйста, поставьте лайк этому выпуску и подпишитесь на наш YouTube-канал. Здесь много интересного. Восьмого августа, пока внимание всех было приковано к событиям в Курской области, издание «Важные истории» публикует очень важную историю. Журналисты обнаружили в плену в Украине десятки российских солдат, которых в России уже успели похоронить. Авторы статьи детально разобрали поименный список российских военнопленных на 2000 человек, который опубликовал украинский проект «Хочу жить». Проанализировали некрологи и фотографии в социальных сетях, статьи и упоминания в местных СМИ. Ведь многие получили посмертные награды, а родственники, соответственно, выплаты. Так кого же, собственно, тогда похоронили? Минобороны России присылает родственникам закрытые цинковые гробы, которые не рекомендуют вскрывать, а экспертизу ДНК не предоставляет. Ну и журналисты смогли отыскать десятки таких историй. А сколько еще не смогли? Тут остается только догадываться. И тут, как вы понимаете, у меня возникает вопрос. Помните вот этот сюжет на российском федеральном ТВ? В память о Сэде Горе купили новенькую машину. Новая «Лада» куплена на то, что в народе называют гробовыми, а официально – единовременным пособием семье погибшего. Спасибо деду за победу, спасибо сыну за машину. Многие уже успели обкатать новые «Лады», многие семьи разругались между собой в неистовом дележе этих самых гробовых, а тут как бы виновники торжества могут еще и живыми оказаться. Так что же теперь гробовые возвращать, а ордена и медали посмертно? Хотя, конечно же, есть и другие истории, когда солдаты погибли, а выплат семьям нет никаких, потому что тела не могут найти. Они могут найти, наверное, потому что похоронили под чужим именем. Одним словом, ядерная держава, собиратели земель русских и освободители украинского народа не иначе. Ну и понятное дело, мы много раз слышали, что русские своих не бросают. Подозреваю, что очень даже бросают. Вот, например, что говорят местные из Суджи. Всех нас бросили. Наша голова сволочь, скотина самая настоящая. Куда она делась, мы не знаем. Идиотка. Спасибо, что там... Как его забыла? Дмитрий, как забыла фамилия. Пугачев. Хоть спасибо, хоть какой-то тот самый. Организовал. И то мы стояли там. Уже я кому... И я звонила и в МЧС, и в милицию. И куда нам сказали? Убегайте бегом. Ну и срочник из Архангельской области как-то опрометчиво сообщил в интернете, что кадыровцы, которые были до этого брошены на охрану Курской области, как-то очень смело прячутся за их спинами. Но об этом детально чуть позже. Так что русские своих очень даже бросают. И даже не буду вам напоминать историю с добиванием раненого выстрелом в голову, которую российская пропаганда пыталась представить украинским военным, которого дострелили свои же. Давайте снова присмотримся к событиям в Курске. Сколько раз Путин заявлял, что срочники не принимают и не будут принимать участие в войне. Да вот журналисты русской службы BBC выяснили, что минимум 150 солдат срочной службы уже погибли на войне против Украины. И это только основываясь на информации из открытых источников. Да и то до событий в Курской области. А как вам вот это видео?
Сем, живой! Российский зе-военкор, который всегда на ура отрабатывал все кремлевские задачи, получил ранение и вынужден был, истекая кровью, искать помощи самостоятельно. Ведь после того, как в машину прилетел дрон, его же собственная съемочная группа, ехавшая в другой машине, посмотрела на горящий автомобиль Поддубного, ну и просто уехала, решив, что коллега погиб. Никто даже не пытался его отыскать и спасти. Зато быстренько слили телеграм-каналом, что Женька-то, мол, погиб. Если вдруг вам интересно, то первыми непроверенную новость разнесли НТВ, пропагандистский паблик «Ритовка», за канал «Мига России» и депутат Госдумы Михаил Делягин, которому, по его же словам, о смерти пропагандиста сообщили источники с места событий. Интересно, кто же эти источники? Уж не собственная ли съемочная группа Поддубного, которая так сверкала пятками с места прилета дрона, что даже забыла убедиться, жив ли все-таки их собрат по цеху или нет? Ну, а вы, конечно же, смотрите сами. Ну а чтобы получать анализ только проверенных новостей, сейчас обязательно поставьте лайк этому видео. Можете также поделиться им в пабликах и группах. Ну и подпишитесь на наш YouTube-канал, здесь много интересного. А свои мысли спокойно оставляйте в комментариях. Давайте вести диалог. События в буквальном смысле кипят. Российско-украинская война получила без преувеличения новый виток развития. И только у Кадырова все по-старому. Он традиционно обвешивает себя медалями и наградами. На этот раз, ни много ни мало, замахнулся на Нобелевскую премию. А точнее, на премию Нобеля. Звучит дико, но такова реальность. Спойлер, Нобелевской премии Кадырову никто не давал и не собирался. А вот премию Нобеля он все же получил. За что бы вы думали? Да, за весомый вклад в военное дело. Я не просто так начал этот блок программы именно с этого сообщения. Награждать Кадырова в Грозный приехала целая делегация ряженых во главе с бывшей женой олигарха Алишера Усманова, главой Федерации художественной гимнастики Ириной Винер. Впрочем, смотрите сами. Давайте сразу расставим все точки над «и». У всемирно известного шведского ученого Альфреда Нобеля был старший брат Людвиг. Он долгое время жил в России, основал там русское техническое общество, ну а также стал инициатором введения в Российской Федерации метрической системы мер. Вот имени его эта премия и есть. Никакого отношения к знаменитой Нобелевской премии российская ее версия, понятное дело, не имеет. Тем не менее, миссия награды не менее пафосна. Ее раз в год вручает, цитирую, «знаковым личностям современности за выдающиеся профессиональные достижения и безусловные заслуги перед человечеством». Ну, Кадыров, конечно, знаменит своими заслугами перед человечеством. Пока в списке его главных заслуг мечта посадить украинского президента в подвал, как по мне. У меня мечта посадить Зеленского дом, подвал в наш Чечне дом. Что-то мне подсказывает, что Кадыров и Путина в подвал бы посадил. Но кто же его тогда кормить будет? Нет, Путина он все-таки скорее бы убил. Я, если что, не преувеличиваю. Вот, смотрите сами. Кто скажет моей дочке, да он снимает хиджаб, я его сразу убью. Да. Сразу я его расстреляю, кто бы это ни был. Это враг, да он. Мой личный враг, враг ислама. Да. На самом деле Кадыров здесь обещает убивать всех, кто против ношения хиджабов женщинами. А Путин во время одной из своих многочисленных прямых линий, напомню, говорил буквально следующее. Ничего хорошего в этом нет. Есть, конечно, национальные особенности в некоторых республиках, но это, мол, не является никакой национальной особенностью. Это демонстрация известного отношения к религии. И в России, мол, в мусульманских регионах никогда такой традиции не было вовсе. Кто знает, может, Кадыров заставит Путина извиниться, но это же в его лучших традициях. Все, кто с ним не согласен, Кадыров заставляет извиняться перед камерой. Кстати, архангельский срочник, обвинивший кадыровцев в том, что они прячутся за спинами срочников, тоже в итоге извинялся.
Здравствуйте, хотел объяснить ситуацию с Курском и про Ахмат. То, что я говорил, то, что Ахмат находится сейчас единственным со срочниками, контрактников там не видно, срочники жалуются на то, что они одни, и им помогает только Ахмат. Несут потери, Ахмат им помогает. Я прошу прощения за непонимание друг друга, за то, что неправильно друг друга поняли в моих словах. Вот так, попросил прощения за непонимание. Ну а что тут не понимать? Несут потери, а Ахмат им помогает. Помогает нести потери, наверное. Русские своих не бросают. Хотя, погодите, кадыровцы же вроде не русские. Тогда все сходится, можно бросать. Но Путин — это не срочник. Его извиняться заставить немного сложнее. Помните, когда Пригожин гнал на путинское окружение, Кадыров ему сначала невнятно поддакивал. Ну, а как Пригожин пошел маршем на Москву, то главный чеченский тиктокер куда-то слился и долго-долго молчал. События в Курской области — это, конечно, кризис для Путина. Но это какая возможность для Кадырова раскрыться, показать себя в бою? Ведь именно его подразделения укрепляли границу и следили за тем, чтобы, не дай бог. Что ж, в Курской битве кадыровцы себя отлично проявили. Так сливаться нужно еще уметь. Ну а кто в итоге виноват? Конечно же, Министерство обороны России. То количество техники, которые наши подразделения сожгли за эти пару дней, действительно, оно говорит о том, что противник очень серьезно готовился к этой акции. Ну, давайте прямо говорить, наверное, если изначально говорить о том, что мы просчитывали все плюсы, минусы, были готовы ко всему, потом получилось так, что некоторые руководители Министерства обороны, вот, я так понял, они настолько обманывали, и получилось так, что обманули сами себя. Как-то сразу вспомнился опять Пригожин. А вам нет? А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России, и как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка законченный мудак? Я бы лично теперь Кадырову не рекомендовал летать самолетом, хотя от судьбы ты не убежишь. Если что, могут и трусы новичком намазать. Ну а вы, конечно же, смотрите сами. А свои мысли оставляйте в комментариях под этим видео, если смотрите программу в интернете. Также очень рекомендую подписаться на наш YouTube-канал, здесь много интересного. Поставить лайк этому выпуску, а еще лучше запостить на него ссылку в любимых пабликах и группах. Так нас с вами станет намного больше. Москва чем дальше, тем больше давит на Лукашенко. Поговаривают, что Путин хочет прямого участия Беларуси в войне. А вот Лукашенко этого сильно не хочет. Сейчас ему спится спокойно, ему снятся коровы, а когда он бодрствует, то раздает чертей тем, кто перечить ему не может. Зачем же Лукашенко война? Он отвлечется на нее, и есть вероятность, что его место могут тут же занять. А Лукашенко любит быть президентом. Можем я посчитаю, такой неразумный, но одна просьба. Чтобы немножко изменили у Конституции. Чтобы пожизненно президент у нас баллотировался. Александр, знаете, Григорьевич. Лично начинаю говорить всем вам. Да. Вы должны привыкать к тому, я вас избаловал немножко, что президент будет другой. Нет, я не говорю, завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Ну, всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы. Продвижение украинских войск в Курской области Лукашенко сильно не нравится. Из-за этого Путин явно давит на него еще больше. Очевидно, заставляет искать карту, откуда именно же готовилось это нападение. В Кремле уверены, что атака на Курскую область стала возможна благодаря тому, что Лукашенко якобы договорился с Украиной уменьшить численность военных группировок на границе с обеих сторон. Теперь он военных возвращает туда же, на границу. Вчера в 18:10 силы ПВО ВВС Беларуси были приведены в повышенную боевую готовность. Готовность номер один у нас называется. Дежурные силы противовоздушной обороны. Дело в том, что мы подозреваем, что это не первый раз вооруженные силы Украины нарушили всякие договоренности.
Белорусское пропагандистское агентство «Белта» цитирует министра обороны страны Хренина, что тот якобы получил от Лукашенко указание на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. И теперь воинские части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы «Полонез» и комплексы «Искандер» получили задачи на совершение маршей в назначенный район. Минобороны Беларуси опубликовала кадры якобы сбитого украинского беспилотника над территорией страны. А перед этим сам Лукашенко рассказывал, что над Беларусью сбили несколько целей, это прямая цитата, которые залетели со стороны Украины. В то же время Белта со ссылкой на телеканал «Беларусь-1» заявила, что в ходе исследования обломков якобы обнаружены электрический двигатель, электронные компоненты стран НАТО, активная многочастотная антенна американского производства и бельгийская навигационная система. Ну, компоненты стран НАТО неоднократно находили и в российских беспилотниках и ракетах, атакующих Украину, так что выводы, конечно, делают только вам. Лукашенко при этом пообещал, цитирую, провокации без ответа не оставит. Нам надо разобраться, но мы, как я говорил, четко определялись с ними и довели до них эту информацию, что без ответа любые провокации не останутся. В Беларуси после заявлений Лукашенко грозят закрыть посольство Украины. Об этом МИД страны сообщил временная поверенная в делах Украины Ольга Тимуш. Ей, цитирую, якобы был заявлен решительный протест и передана соответствующая нота в связи с нарушением границы Республики Беларусь группой беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Лукашенко, конечно же, сразу кинулся все проверять и инспектировать, приказал всем ему обо всем докладывать и информировать. Ну, а я обещаю обо всем и дальше информировать вас. Для этого, если смотрите программу в интернете, то, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш YouTube-канал и, конечно же, оставляйте свои мысли в комментариях. Я всегда за свободную дискуссию. Как Украине удалось провернуть Курскую операцию? Зачем? Кто ее планировал? И испортятся ли теперь отношения между Киевом и западными странами? И что же будет дальше? Давайте разбираться. Киев ничего не подтверждает и не опровергает. Не то чтобы это совсем информационная тишина, но какие-либо заявления явно делать преждевременно. При этом, правда, президент страны Владимир Зеленский в одном из своих последних видеообращений лишь аккуратно заявил о, цитирую, «вытеснении войны на территорию агрессора». И сегодня... Сегодня несколько раз уже докладывал главком Сырский касательно фронта и наших действий по вытеснению войны на территорию агрессора. Спасибо каждому нашему подразделению сил обороны, которые это обеспечивают. Традиционно наиболее осторожные союзники Украины в вопросах ударов по территории России – США и Германия. Ни одна, ни вторая не хотят быть напрямую втянутыми в войну, и эту мантру повторяют с более чем завидной регулярностью. В Вашингтоне говорят о том, что ничего не знали, а дальше пообещали созвониться с Киевом и обязательно обо всем расспросить. Мы собираемся связаться с украинскими военными, чтобы узнать больше об их целях. Мы, что касается конкретики, я бы рекомендовала вам обратиться к украинцам, к Украине, чтобы они рассказали об их собственных военных операциях. Вот куда я бы отослал вас. Но мы, в общем-то, как вы знаете, мы поддерживаем Украину, так как они защищают себя от агрессии России. В МИД Германии же заявили, что право Украины обороняться не ограничивается ее собственной территорией. При этом многие оппозиционные немецкие политики поддержали прорыв границы в Курской области, а также использование немецкого оружия на территории России. В частности, депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что удары по перевалочным пунктам на территории России с помощью оружия, предоставленного Германии, являются вполне законными. Означает ли это, что было дано, по крайней мере, молчаливое согласие? Судить, конечно, только вам, я не буду ударяться в конспирологию, вы уж простите. При этом мое личное мнение, что военная операция на территории России – это однозначно положительный виток в этой войне для Украины. Почему? Какие возможности теперь получил Киев? Авторитетное и влиятельное издание «Политика» пишет, что пока нет никаких признаков того, что союзники, которые ранее демонстрировали осторожность и нерешительность, теперь бы оказывали сопротивление действиям ВСУ на территории врага. Даже Германия, как я уже сказал, особенно боявшаяся спровоцировать Кремль разрешением на использование своего оружия, заняла позицию
поддержки. Что с решение запретить украинцам бить западным оружием по территории России теперь в любой момент может быть пересмотрено. Политически ситуацию удалось изменить коренным образом. Другое авторитетное издание The Times называет автора идеи наступать на Курск. И это, кто бы вы думали, никто иной, как Владимир Зеленский. И операция якобы готовилась в условиях строжайшей секретности, отчего стала такой неожиданностью как для России, так и для западных союзников Украины. Повсюду личные отпечатки пальцев президента Зеленского. В Киеве много месяцев было секретом, что президент оказывал давление на свое военное руководство, чтобы оно начало летнее наступление, пишет издание. Якобы, несмотря на проблемы с рабочей силой и ресурсами, украинское военное руководство колебалось, но Зеленский, стремясь изменить нарратив о том, что Украина проиграет эту войну, все же настоял на проведении операции. Что ж, я не Таймс и отпечатки пальцев Зеленского не снимал, но могу сказать однозначно, что тональность мировой прессы теперь точно изменилась. От сдержанного скепсиса касательно пользы от получения истребителей F-16 до анализа хода боевых действий на Донбассе, где в последние месяцы отмечается хоть и медленно ползущий, но прогресс российских войск. Курская операция однозначно повлияла и на восприятие всего происходящего с самими россиянами, которые, как они сами охотно рассказывают, всеми силами поддерживают войну против Украины, но вот войны у себя дома, конечно же, совсем не хотели. Мы поддержали СВО, мы помогали нашей армии, продолжаем помогать с первых дней начала СВО. Пожалуйста, помогите нам вернуть наши земли. Мы остались с детьми, без крова, без выплат, без денег. Мы уехали, все могли. У нас дети боятся ночью спать. Обменный фонд тоже очень важный аспект. Точного количества захваченных пленных никто не считал, но даже если судить по видеозаписям, опубликованным в интернете, то менять теперь есть кого. Ну и если дело даже дойдет в итоге до переговоров, которые многие анонсируют уже этой осенью, то переговорные позиции Украины теперь намного более выгодны. Это видно невооруженным глазом, видно даже освобожденным из российских тюрем российским же оппозиционерам, которые сначала говорили вот что. Каждый день войны – это новые жертвы. При том, что нет никакого продвижения, очевидно, что в этой ситуации нет военного решения. Проблемы нет ни у одной, ни у другой стороны. Но садиться за стол переговоров – это что значит? Это значит признать то, что эти территории, и Крым, и Донбасс, и частично оккупированные Запорожье, Херсонская область, их в обозримом будущем не вернуть? Что значит стол переговоров? Стол переговоров – это значит прекращение боевых действий. Ну а уже на встрече со своими сторонниками в Берлине тот же Яшин заявил, что если западные страны хотят помочь российской оппозиции, то они обязательно должны спасти Украину. Совсем уже военные романтики заговорили о том, что украинская армия может взять под свой контроль Курскую АЭС, а это также поможет в переговорах. Мол, Киев тогда сможет обменять Курскую на Запорожскую. Что ж, пока это из ряда фантастики, но чем черт не шутит. Хотя шутки и интернет-мемы по поводу курской операции, конечно же, бегут по просторам интернета. Сейчас украинская армия удерживает и измерительную станцию «Газпрома», через которую качается газ по территории Украины в Европу. Кто его до сих пор покупает, все мы прекрасно знаем. Кстати, если что, то в 12 веке, да простят меня историки, что я лезу в их огород, Суджа была заселена в основном украинцами. Так что, как вы понимаете, шутки о восстановлении исторической справедливости тоже очень популярны среди пользователей сети. Ну и оттягивание российской группировки с Донбасса тоже одна из очевидных целей украинской армии. Хотя, по сообщениям, пока уводить срочников из Курской области в тыл никто не собирается. В Американском институте изучения войны считают, что российское военное командование может сейчас сопротивляться передислокации с других оперативных направлений, чтобы не допустить, чтобы события в Курской области как раз-таки сорвали российское наступление на востоке Украины. По мнению аналитиков, Кремль, вероятно, решил объявить контртеррористическую операцию, а не военное положение, чтобы приуменьшить масштабы вторжения в Курскую область и предотвратить панику или негативную реакцию внутри страны. А вот российское оппозиционное издание «Верстка» сообщило, что источник, близкий к Комитету по обороне Совета Федерации России, заявил, что администрация президента России рекомендовала российским депутатам и сенаторам не комментировать события в Курской области до, цитирую, «особого распоряжения» или обсуждать как можно короче и ссылаясь только на официальные заявления.
В то же время российские военные блогеры якобы предлагали Кремлю официально объявить войну Украине и критиковали российские власти за то, что они не объявили военное положение, а вместо этого ввели контртеррористическую операцию. Кстати, в Белгородскую область украинские военные тоже зашли. В субботу утром в украинских соцсетях распространилось видео, в котором утверждается, что украинская армия вошла в населенный пункт Порос Белгородской области. Здравия желаю! Батальон 252 находится в населенном пункте Порос, Белгородская область. Слава Украине! Слава 252-му батальону! Ну а губернатор той самой Белгородской области Вячеслав Гладков после встречи с местными чиновниками заявил на это, что о ситуации в селе Порос поступает противоречивая информация. Ну вот на сегодня и все. С вами был Владимир Унец и программа «Смотрите сами». Надеюсь, вам было интересно. С нетерпением жду новой встречи на следующей неделе.